Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посетить вам группу о продаже аккаунтов на разных играх, а также КРМП. Еще у них проходит розыгрыш на 5 ключей из Стима. Подписывайтесь на них и участвуйте, ссылочка будет в описании. Желаю вам приятного просмотра. Итак, всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в чемоданочку на серии Родина Ролиплей, Центральный округ. Моник здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить моник при регистрации. Итак, пацаны, сегодня у нас будет прощание, в принципе, с Газелью, потому что подписчик не хочет, ну, так сказать, подарить тигр военный, вот этот тигр. Честно, я не знаю, сколько он стоит, я не знаю, сколько его можно будет даже продать. Ну, мне интересно будет на нем поесть, потому что у меня не было никогда такого автомобиля. Мы с ним заснимем пару серий, не знаю, буду я его продавать или не буду. Ну, понятное дело, что навсегда он не останется. И чувак у меня спиздил Газель, да? Охуенно просто. Вот просто охуенно, реально. Я просто реально в шоке. Чувак у меня просто спиздил Газель. Так. За ним. Сука. Украли такую бричку. Ой, бричку. Бричку. А куда он поехал вообще? Давайте я пробую сейчас следить его. Как там? Карс. Газель. Найти. Так. Он поехал в сторону казино. Так, блядь, я надо словить мою бричку, потому что сервак забитый. Ну, как забитый уже? Почти забитый. Но я думаю, если я сейчас перезайду, я потом хрен потом зайду, короче. Так, я успешно забрал машину. Пидор. Просто пидор. Все, поехали, короче. На БУ-рынок. Все-таки мы ее словили, пацаны. Пиздец, вы так... Ну, мы, конечно, прошло буквально, пацаны, 2 минуты. Я просто не стал записывать это. Он по полю хуярил, я так понял. И потом просто Александр уебал его. На БУ надо ехать, вроде. На БУ надо ехать, короче. Итак, подписчик, вот, Александр Маневич хочет мне подарить этот, как бы... Ну, он еще неделю назад или две даже хотел мне подогнать вот этот тигр. И, как бы, он хочет обменять тигр на газель, в принципе, блин. Да, это, конечно, нелогично, но, в принципе, я не против, потому что, ну, с газелью я уже все сделал все, что можно было, как бы. Поэтому вот такие вот дела. Конечно, эпично получилось то, что, блядь, мне просто пизданули газель. На ваших глазах, но это было, конечно, жестко. И он команду даже не узнал. Давайте я, может, тоже напишу. Так, какая команда? Что-то я запутался. Команда, чтобы обменяться машинами. Сейчас спросим, короче. Я второй в очереди. Сейчас гляну, надо или нет. Да вроде надо. Вроде надо. Так, селкар в гос. Селкар, то игроку обменять. Так, традекар. Окей, спасибо. Вот админ реально охуенно отвечает, кстати, на родине. Вот это реально большой плюс. Так, вот, я ему предложил обменяться, короче. Так, давайте я скрин сделаю. Так, вы предлагаете. Окей, все, мы обменялись. Блин, капец. Спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. А что ты с этой малышкой делать будешь? Давайте у нее спросим. Вот. Что он с этой малышкой будет делать? С нашей газелькой, блин. На самом деле кайфовая тачка, пацаны. Но, блин, если у вас есть бабки, то можете купить, как я, пофаниться. Но так ее по-разумному покупать, вложить в нее 2 миллиона, пацаны, это... Я вам не советую, короче, это делать. Так, не знаю, что фаму примешь. Так, да, приму. Так, давайте фам меню.
Потребление. Так, пригласить 456. Так, окей, все. Нужно поехать припарковать. Так, ага. Все, вступил. Вы успешно предложили. Так, там какая-то команда должна быть. И по идее он сможет к нам вступить. Находитесь, заглушил я вообще или нет? Да, заглушил. Так. Ничего, вот, все, я его пригласил. А, поехали. Поехали, я машину припаркую. Так, давайте хотя бы попробуем сесть за руль этой махины, короче. Тони Тунер, привет, я передаю. Так, давайте попробуем завести. Блин, я не знаю, кстати, здесь тоже гидравлика стоит. Мне он говорил, типа, давай я сниму гидравлику, но... Я подумал, и пусть будет на гидравлике, как бы, блин, это... Ебать, он такой бодренький, я так вижу, да? Ну, по-моему... Так, денег кину в банк. Банк. Он не хочет бабок-то кинуть? Блин, серьезно? А, это Hummer H2. Будь серьезно? Это ж нихера какая. Так. Да, он, по-моему, фуловый. Так, ну поехали. О, да, он фуловый, кстати. Блин, вот это зверюга, кстати. Блин, как он. Он такой прикольный, блин. Реально, он так мягко просто. Он просто плывет, этот Hummer. Так, давайте стабилизацию нахрен выключу. Вот это... Ё-моё, вот это, блядь, мощь просто. Так, ну, что-то газета нам не успевает немножко. А ну, как это будет выглядеть вообще? Там чувак, по-моему, с окна херячил или нет? Ой, стоп! Ёб твою налево! Перевернись, сука, нет! Пиздец, на холодец просто. Припарковал, блин. Машинку называется. Так. Вон он. Едь до конца моста. Я добегу. Так, пусть он едет. Я уже лучше тогда ее на штрафстоянку кидану. И там уже ее заберу. Потому что ехать к нему домой. Он, по-моему, в Бусаево живет. Поэтому проще будет ее лучше на парковку. Тем более можно банихопить. И банихоп наше все. Банихоп, One Love просто и так далее. Так, все, мы нашли друг друга, короче. Чувак, конечно, подарил мне газель, но ничего, что мне чувак подарил машину, я ему подарил газель. Ну, мы обменялись, точнее. Поэтому, блин. Бричка. Вообще топ. Так, погнали. Поехали на штрафстоянку, которая... За Арзама. Арзамасом. Да, все написал. Так, погнали, короче. Шо, бенз? Так. Филкар. Все, я заправил. Или о чем он говорил? Я так помню, про бензин говорил, скорее всего. Не, ну тачка реально хорошая, в принципе. Так, давайте я пропишу. Бля, чё за пидорас просто? У меня нету ремки, вот это хуёво. Он здесь живет. А, ну ладно. А как я туда зайду? А, я в гараж не смогу. А, стоп. Я выехать не смогу, наверное. Так, а где он? Я, наверное, выехать не смогу. Что у него тут за тачки? Давайте посмотрим. Так, чисто для интереса. О, у него есть, получается, Cadillac есть, i8. Ага, я пробую на ней выехать, я не знаю, получится или нет. Но мне кажется, не получится на ней выехать, поэтому... Ну, попробуем, что, попытка, не пытка. Так, заводим. И... О, я выехал, кстати. О, заебись. Я думал, я не выйду, кстати. Я не знал, что можно с чужого гаража выехать. Так, давайте его подождем. Либо он не будет выезжать. Сейчас посмотрим. Так, вот он, короче. Уходит, видите, написал удачи себе. Наверное, с тачкой прощается или что. Вот. Не понимаю, что делать, но, скорее всего, наверное, с тачкой прощается. Я так предполагаю.
Блин, я не знаю, я даже буду, знаете, стой, забыл банк. Ну, поехали. Ой. Хотя садись, пусть он за руль. Садись ты за руль. Все-таки напоследок пусть она не прокатится. Я думаю, не знаю. Серьезно, я даже не знаю, сколько ее можно продать там и так далее. Я честно вот ненавижу подарки продавать. Вот прям это так серьезно. Вот, не знаю, я такой человек, что, блин, да, это игра, и понятное дело, но, блин, все равно это же подарок. Как бы поэтому я не знаю. Я так понял, фуловый у нас, я Госка, честно, я не знаю Госку машину, вообще ни одной машины не знаю Госку ее. Что ты FPS просил, блядь, жестко, тут нормально уже. Так, ага, она закрыта или нет? Так. Мне нужно еще пойти налоги оплатить, кстати. Поэтому, да. Ну еще хочешь мне еще бабок накинуть, бля, это пиздец. Надеюсь, хоть небольшую сумму. А то мне, блин, подарки-то хорошо, конечно, но, блин. Так, оплатить налоги на транспорт. Нет, налога на транспорт. Сейчас пароль свой полил, обратно спалил, короче. Бля, я просто сейчас охуею, еще там лямов 50 скинет, блядь. Не, ну все, у него кейс есть, значит. Ну я хуй знаю, мне честно все равно, какую он сумму скинет, потому что, по сути, у меня и так все есть. Поэтому я не знаю. Я просто сейчас охуею. Реально, он мне подарил машину и сейчас еще хочет денег подарить. Просто очень добрый чувак. Еще он на другом проекте мне подарил тоже кое-что. Об этом вы узнаете. Ух ты, ё-моё. Спасибо. Спасибо большое. Так, давайте я скриншотик еще сделаю. Блин, это очень круто. Реально, блин, просто еще 2 ляма мне подарил. Блин, реально это круто. То, что у меня с бабками, конечно, да, напряг бывает, но... Потому что я постоянно деньги трачу. Вот теперь все, удачи тебе. И тебе удачи. Так, давайте такой небольшой тест пройдем. Я просто домой его везу, короче, так, давайте. Бля, просто как нехуй делать просто, реально. Я, наверное, проехался, да, я знал, что он валки, я там видосики видел у других ютуберов. Я знал, ну, я знаю, что он валки такой, да, но им можно управлять, как бы. В нем ничего такого нету. Ну реально, блин, прикольная машина, реально, в ней что-то есть. Она такая плавненькая, такая мягенькая. Будут с ней серии. Я на этой тачке поеду в следующей серии охотиться на Сендера. Мне, потому что там еще давно, по-моему, подписчик написал, что типа может залететь на машину и убить Слендера тем самым, потому что он тебя не сможет убить, типа машина высокая. Я думаю, еще так подниму. Тем более, я думаю, Хаммер и Газель по высоте, если вот так вот сделать, то одинаковые. Я вот так думаю. Вот, а ну я смогу запрыгнуть вообще на него? Мне кажется, нет. Ой-ой-ой-ой-ой, что я сделал? Алёша, блин. Алёша, что ты сделал? Так. Так, я успел, я успел, я успел. Фух. Понимаете, я просто забыл припарковать. Блин, а куда мне эту грабалину теперь парковать? Ну, давайте вот здесь припаркую. Так, ну, допустим, вот. Так. Я вообще на нее смогу залезть, просто давайте проверим, а то. Так, ага, так я залажу. Ебать, он в натуре огромный такой пиздец. Просто пиздец, громадина. Реально просто, блядь, такая слоняка, блядь. Я просто в шоке. Реально подписчику большое спасибо еще раз. Так, а ну, давайте попробуем, блин. Я думаю, это реально. О, да, так, а ну. Ну, я ж не знаю, он достанет меня или нет. Вот, напишите в комментариях, кто знает, он меня вот так достанет. Ну, хотя я, блин, можете не писать, пусть для меня это будет тоже интрига, как и для вас. Но вроде бы это высоко, да? Там на уровне там вертолета почти. Как бы, поэтому, возможно, у нас что-то и получится. Потому что, ну, смотрите, как он высокий по сравнению со мной. Даже, поэтому, я думаю, в принципе, может и получится. Ну ладно, все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.